еще мы посмотрели на город так с высоты какого-то холма через Асафатову долину. Впечатлений очень много. Ну, конечно, понимаю, что такого вот одного просмотра недостаточно. Хочется туда-там пройти. Хочется понять, где какие были места. И какая-то есть надежда на тот свободный день, что мы его не проведем как-то бестолково. Надо сосредоточиться и провести его человечески. А завтра ночью есть надежда, что мы будем на ночной литургии около гроба Господня.